Всем привет, ребята! Вы находитесь на канале с КПМафия 666. И сегодня я хочу показать вам геймплей моего телефона, точнее карпаркинга на моем телефоне. А телефон у меня Redmi 9C на 3,64 гигабайта, то есть средняя версия. Начнем с слабой графики. Вот так она выглядит. Счетчик FPS вы сами видите, где-то 25-30 может доходить, но средний FPS это 28 или 30. Да, небольшие просадки все-таки есть, но и кстати, если что, я использую ускорение игр. Хотя нифига никакой разницы не заметил. Давайте посмотрим, что будет в городе 2. Как видим, графика у нас та же. И поехали. Здесь уже FPS меньше, потому что дальность прорисовки у нас максимальная, а город 2 у нас просто огроменная карта. FPS где-то 26. Да, конечно, есть фризы, лаги и... Они довольно заметны. До 18 даже доходило. Если вы любите играть в городе 2, то готовьтесь уменьшать дальность прорисовки в 2 раза. А теперь давайте посложнее. Поставим уже среднюю графику, а не минимальную. Дальность прорисовки опять же на максимум. И поехали. Сразу же видим 30 FPS, уже 25, и довольно заметные лаги. Пока что 30 FPS, примерно. Но это потому, что мы выехали из города, в городе поменьше у вас будет. Давайте посмотрим, как у нас дела в городе 2 обстоят. Ну вот мы и в городе 2. Графика, как видите, по-прежнему осталась, какой была. И поехали. Пока что у нас 26 FPS, но стоит нам зайти в город, и ничего не меняется. Хотя обманываю, только и появляются лаги, и уже 16 FPS было. Прям лютые лаги. Но держимся. 15 FPS. Если в онлайне у вас будет 15 FPS, знаете, это нормально. Ну теперь начнем то, после чего мой телефон меня явно будет ненавидеть. Максимальная графика. Не рекомендую вам на ней играть, только делайте какие-нибудь скриншотики и все. Уже видим 10 FPS. 17 и 22. Ну, даже не надейтесь на 30. Средний FPS это 20 или 10. Это нормально. А теперь посмотрим, что у нас творится в городе 2. Две несовместимые вещи столкнулись. Город 2 и самая максимальная графика в карпаркинге. Вот здесь мы уже видим 18 FPS. Трогаемся. FPS пока что не меняется. 13 было, 12. Если что, этот счетчик FPS карпаркинга, он немножечко где-то на 4 FPS может обманывать. Вот лютые лаги мы видим. А теперь этот самый бонус. А именно, ставим вот такую графику. Дальность прорисовки вот такую, остальное вот так вот. Включаем Hide Smoke и Winget. Color Collection, в нем вы можете поставить фильмик по желанию. И что мы получаем? Хороший FPS и хорошая графика. У нас вот, видите, немного лагает, если... Что можете уменьшить дальность прорисовки?
Получаем довольно играбельную графику. Вы были на канале КПМафия 666. Напоминаю, чем больше актив, тем раньше будут выходить ролики. А пока, всем пока.